Я говорил тебе, что подрабатываю в клинике с дядей Джейкобом. В оздоровительном центре он проводит очищение. Так. Это больно? Ничего не почувствуете. Своего рода экзорцизм, где он изгоняет демонов из... Четвертое за месяц. Раньше такого не было. У меня такое чувство, что нечто поистине ужасное скоро случится. Что-то большее грядет. Эй, что ты делаешь? Знаешь, сколько времени? Что за черт? Я никогда не видел ничего подобного. Мы запустим тяжелую артиллерию. Нельзя заходить внутрь круга. Что здесь происходит? Все это тело! Одержимые. Скоро в кино.